В надежде получить легкие деньги, двое 36-летних мужчин решили обчистить квартиру в Киевском районе. Похищение имущества из жилья пострадавших на проспекте Академика Глушко злоумышленники спланировали заранее. Дождавшись отсутствия хозяев, мужчины срезали кусачками металлическую решетку на первом этаже и отжали окно. Один преступник проник внутрь, а его сообщник остался на улице наблюдать за обстановкой. Похитив ювелирные украшения и технику, они убежали. Впрочем, за считанные часы горе-форточники были задержаны полицейскими, задержаны уроженцы Одессы и Белгорода-Днестровского. Похищенные имущество и вероятное орудие преступления полицейские изъяли. На данный час чоловіки помещены до изолятора тимчасового тримания. За частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Слідство триває.